Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Little Nightmares 2. В прошлый раз у нас было просто жесть, столько шока я испытал из-за этой преподавательницы, учительницы стрёмной, с длинной шеей, которая была в этой школе со странными промытыми детьми. Промытыми не в плане, что их помыли всех, а в том, что их мозги были промыты настолько, что и не осталось мозгов. Но сейчас мы наконец-таки спасли шестую от этих вот школьных задир. От Келвина и его банды. И теперь мы где-то здесь, мы в другое здание перешли по доске. Не знаю, что теперь нас ждет, кроме как вот это пианино, разве что нас ждет. И я вижу здесь. Я вижу вот эту штуку, мы можем крутить. Так, механизм достаточно сильный. Возможно, мы должны сбросить эту рояль, которая не рояль, а пианино, прямо на пол, и тогда он сломается. Да. Не знаю. Почему-то теперь мы можем на нее забраться, а до этого что, не могли? Ага, все, я тебя понял. Тихо. Так, надо синхронизироваться, давай. Оп. И этот этаж ничем не отличается от предыдущего, а значит, никакой разницы. Почти что ничего не произошло. Нам нужно вот в эту дырочку. А здесь мы чем? Да, ага. Мы же забыли, сила двоих. Опасность. О! О! Чёртовы школьные мразоты. Должен аккуратно. Окей. Вот ты умница, а какая? Я даже не подумал бы об этом. Подохни! Все. Ключ у меня. Найс. Ага. А, собственно, ключ этот вот сюда. Повезло, что замки у них на нашем уровне. Да, мы точно, мы во втором классе. Добро пожаловать. Когда ты только заканчиваешь класс, ты думаешь, о, лето будет бесконечно. Но потом оно почему-то внезапно проходит, и ты понимаешь, что тебе надо пережить еще один чертов год. Нет, погоди, шестая, что ты делаешь? Что... Она душит его! Я боюсь тебя. Она вспоминает свою злобную сущность. Даже я так не могу. Все, успокойся, я твой друг. А кувалда мне это зачем? Кто-то играет на пианино. Короче, давай, если что, ты будешь с ними разбираться. Ты будешь моей силой, я буду твоими мозгами. Что за музыка? Что-то я не увидел? О, все хорошо. А я могу тебе помочь как-то? Только так, да? Только... Честно, снова начнет играть? Оно. Не знаю, кто это. Она еще и учительница музыки. Вот это разносторонняя личность.
Вот это талант. Нам нужно попасть на ту сторону. Для этого нужно приспустить эту платформу. А значит, надо вниз идти. Уп! Да ладно. Тихо. Она меня видит! Она меня видела. Тогда аккуратненько спускаемся. Вот эта музыка, которая на фоне играет, это жутко. Эту штуку можно катать, кстати говоря. Ага, она сочиняет на ходу, да, и записывает. Зачем вот это вот надо? Тихо. Я так подозреваю... Тихо. Я подозреваю, что надо это... Здесь, и ты ныкаешься за этим. И спокойно делаешь свое дельце. Давай сейчас. А, я знаю, для чего это. Чтобы обратно забраться. О, это будет сложно. Не хочу отпускать, потому что, возможно, обратно сейчас пойдет. Наверх, нет? Окей. А, тихо, тихо, зачем? Да нет. Она не издаст никаких звуков дополнительных. Все нормально. Пока она играет, пока я не делаю чего-то резкого, она не будет ничего делать нового. Она будет только играть. Играть и записывать. Ну что будем? В этом вся фишка. Музыка, которая начинает играть, господи. Помогайте, помогайте, конечно же. О, блинушки. О! А! Она прям просовывается. Беги скорей. О, нет. Какая длинная шея. О! Нет, все, не сым. Беги. Сколько же длинная, блин, шея? Да еще длиннее! Она бесконечно длинная. А, все. Все, мы прошли, мы смогли. Ну, а че? А, все. Замерзла. Промокла. Пошли, пошли. Все, окей. Мне эта дверь не нравится. Все, со школы покончено. Следующий район. Работа. А может быть, здесь будет речь о взрослении?
Сначала школа, потом работа, потом еще что-то, потом смерть. Ой-ой-ой-ой-ой. Это как в детстве, когда я был, не знаю, когда еще в школе учился, казалось, что вот школа и район мой родной, это вот весь мир. Это и было всем миром для меня. И даже вот ты смотришь на дорогу и на следующий спальный район через дорогу, и тебе кажется, что это какая-то вообще отдельная пропасть себя отделяет. Перешел через дорогу, все, ты находишься по ту сторону. Как и здесь, ты смотришь на другой район, и это кажется между вами пропасть. И теперь ты на другой стороне. Наверняка у вас так же, согласитесь, у вас наверняка по-любому даже очень такое, или такое у меня было. Пишите, пишите об этом. Кто-то башмаки сушит на крыльце. Дядя в костюме исчез. Костюм остался. Так, помоечка, это прикольно, но нужно ее толкнуть. Угу. Оу. Что-то не так. Зацепился. Он не может стоять на этой штуке. Слишком узенькая, да? Наверх сюда нельзя. Оп. И сюда нельзя. Блин, что-то мешает. Возможно, камень надо убрать как-то. Или... Да, отойди, отойди. А, надо закрыть. Вперед. Вот оно что. Обожаю загадки, связанные с физикой. Ну, знаете, что я думаю? Мы... О, смотрите, бумажный кораблик. Мы не убили эту учительницу. Опа. Мы собираем какие-то воспоминания, что ли? Мы не убили эту учительницу. Хотя, не, мне казалось, что мы убивали всех монстров в предыдущей части, но это не так. Мы убегали от них. Мне кажется, с ней мы все, закончили. Она больше нам не угроза. Что это? Это плащ. Это плащ! Эта игра, это приквел. По-любому. Точно, точно, точно. А вон гномик нарисован. Тебе очень идет. Я так понимаю, мы умрем. А она в итоге отправится на корабль, на тот. Как наш пакет выдерживает такую погоду? Это водонепроницаемый пакет. Надежный. Ага. Так. Странно, что я не могу ей так помочь, подсадить ее. Она гораздо сильнее меня, что ли? Какая шляпа. А. А разве не могли это сделать с той стороны? Ну ладно, видимо, нет. Что
что за рулон туалетной бумаги, да? Или какое-то полотенце в дерьмине какое-то. Опа, большой участок. Во, прям глобальная загрузка какая-то. Новая глава. Это что, больница? Это больница. А, мое любимое место. Смотрите, кто-то сидит. Кто-то в инвалидке сидит. Было бы стрёмно, если бы я сейчас такой раз, дабы подошел, а его уже нету. Но это так игра устроена. Она такие штуки не показывает. Она просто заставляет тебя думать, воображать. Вот он, Silent Hill. Я же нажал разбег. Я нажал его. Окей. Как интересно объясняют, почему мы спим, почему мы просыпаемся, когда умираем. Смерть есть пробуждение. Что это за больница такая? Мне кажется, очень легко прыгать, но почему-то внезапно становится очень сложно. Начинаешь переживать, нервничать. Ну, я только что чуть не упал. Опа, так. А, оно мне надо? Это что было, лифтовая шахта сейчас? Мы по ней забирались? Бинты, бинты, бинты. А-а-а, все, я тебя понял. Ах. Да вот тут лежит в кровати. Так, а здесь что? Как здесь быть-то? Все, хорошо. Упс. Упс. Нет. Вот нам побыстрее бы. Побыстрее бы. Поднимайся. Поднимайся, я тебя прошу, блин. Смотри, он не идет. Иногда просто вот непонятно, что происходит, почему не работает. А, заново все. Ладно, сейчас быстренько. То есть я прям сжал. Вот даже видите, сейчас я жму. Вот он, сейчас только начал доставать. Я прям сжал. Ухватиться, залезть. Нет. Скорей, скорей. Вот бы быстрее бы это все делало, было бы здорово. Так. Сейчас просто прямо. Давай. Опять. Неужели? Кстати, она прям сейчас так уверенно пошла вперед. Опа. Фонарик. Нажмите B. Кайф. Нажмите B, чтобы использовать... Я уже нажал, да, все, я понял. Кровь на полу.
Типичная больница. Непонятно только, с кем мы здесь будем сражаться. От кого мы здесь будем убегать? Какой-то доктор будет, судя по всему. Или медсестра. Какой-нибудь проктолог. О, нет. Я там вижу дверь открыта. Но не факт, что нам туда нужно. Нам туда и нужно. Я решил на всякий случай выключить фонарик, потому что свет, во-первых, уже есть, а во-вторых, может быть, мы привлечем ненужное внимание. О, ресепшн! Регистратуру, да, как обычно. Здесь карту хрен твою найдут. Ага. Есть что? Есть что? Это что за... Что за больница такая? Это здесь душевнобольные. Вот. Все, идем. У меня нет сил сопротивляться. О, нет. Какие-то манекены здесь. Ну что, пробуем? Так, давайте настраиваем. Нет. Нет. Так, я пока... Вот. Вот, получилось. Это дверь того корабля. Там вот это вот, не знаю, агентство, услуги, или как назвать, курорт для стрёмных людей, которые жрали просто без устали. Как будто бы таким образом детей туда набирают. Она опять спасла меня. То есть они зомбируют нас, и мы не можем сопротивляться, а вот она может. Это место показывают так, словно оно как будто бы нам должно быть знакомо. Или, не знаю, так, два нужно таких предохранителя. Давайте сначала на первом этаже прошарим. О, смотрите, кто-то дверь выбил как. Это лифт, он не пашет. У Мишки в животе ключ. Нужен Мишка. Ну-ка. Да ладно, можно прям включить рентген. Иди. А, нифига себе. А что у нее с глазами? Видели, какие у нее странные глаза? У нее как будто бы очки. Мишка. Дергается. Нервничаешь, да? Что ты скрываешь? Я ничего не скрываю. Да? А пойдем проверим. А пойдем проверим. Ректальный осмотр прямо сейчас. Нет, я ничего не сделал. Ну посмотрим, посмотрим сейчас, что ты сделал, что ты не сделал. Наклоняйся, снимай штаны. Готовьте перчатки. И знаешь, что я думаю? Никакой смазки. Зачем ты взяла эту игрушку? Просто зачем? Там тоже что-то есть, мозг? Мишка! О, в нем действительно ничего нету.
Как же так? Не понимаю, как так возможно? Иди, показывай. У него нету ничего в животе. Я ошибся. Так, давай мне эту штуку. Дай мне ее. Не дает. Ладно. Так. Как же так? Может быть, это старые снимки рентгеновские? Так, вот это вот, например. Просто красавец. Красавицо. Никак иначе. Мы сейчас всех их выстроим здесь. И всех подвергнем излучению. Мы докопаемся до истины. Вот, сиди здесь. Стоп, она так прям круто села. Может быть, его надо так выстроить? Это пес. Так, сиди. Еще есть кролик, конечно, но... Сел. Погоди, вот теперь видно. Аха. И у этой утки тоже видно. Вот теперь в мишке есть ключ. Надо бы как-то извлечь. Ну давай, давай. Ну что, что мне с этим сделать? Дай. Дай. Не даст. Тут есть скальпель какой-нибудь? Я с удовольствием разрежу живот этой мишки. Может быть, это показать, что надо кинуть? Кинь! Какие мерзкие звуки издает. Ладно. Пойдем в другое место. Если мы сюда оба зайдем, то нас куда-то отвезет. Опа, нас куда-то везет. О нет, только не в морг. Кто там? Скажи мне. Я не хочу знать. Оу. Все, ясно. Пойдем, 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 пойдем. Мишка будет гореть в аду. За то, что проглотил ключ. И даже рентген смог пройти первый. Но потом-то, потом я понял. Стоп, погодите, это мишка. А ключ у кролика? А ключ-то, блин, у кролика? Почему она его таскает? Вот эта игрушка, что там внутри? Там какая-то фигнюшка есть. Ладно, мишке повезло, а вот кролик пойдет с нами. О, ты сгоришь, ты будешь гореть в аду. Надеюсь, ты будешь гореть в аду. Смотрите на этого кролика, он явно сумасшедший. Он явно недостоин жить. Кролик завещал его сжечь. Кремировать. Так. Тут человеческая рука. Ага, и вот эту игрушку. Тоже, да. На, это то, что завещал кролик. Он так хотел. Он хотел, чтобы его с его любимой игрушкой кремировали. Нет проблем. Любое желание. Ах.
Как будто пиццу только что поставил в духовку. Как хорошо. О, ключ здесь? Ключ здесь! Кролик в агонии бегал по печи. А что мы в итоге... Не понимаю. Она кинула игрушку, но... Но ее здесь нет. То, что там было внутри, нету почему-то. Стоп. Пойдем за мной. Покажи мне. Ищи. Ищи. Сюда подошла. Подошла. Нет, здесь ничего нету. О, кстати, подкат можно делать. Нифига. Нифига себе, как круто. Итак, есть ключ. Это хорошо, что мы прошали сначала первый этаж. Теперь надо наверх идти. И давайте в первую очередь, наверное... Стоп. Посмотрим, что эта штука дает. Скорее всего, вызов просто лифта. Да, но не, да, пока мы не вставили предохранители, ничего не будет. Ой-ой-ой, громко. Да, блин, и здесь предохранители нужны. Тогда мы их, получается, найдем в правом крыле. Да, господи! Шестая. Ну что за фигня такая? Ты подставляешь нас. А, собственно, вот, сюда нужно ключ ставить. И все чудеса открываются нам здесь. Иногда такое ощущение, как будто бы из-за фонаря я только хуже видеть начинаю. Потому что слишком большой акцент на светлых участках становится, контраст сильный. Как хорошо не проходится по фобиям. Крюки, конечности отрезанные. Давай, подсади меня. Ну, точнее, даже не отрезанные конечности. Ты вроде видишь, что это просто манекены, но это так неприятно выглядит. Мне кажется, если бы я находился в реально вот в этом помещении, я бы охренел. Оу. Тут люди представлены как просто какие-то куклы с запчастями. Наверное, так нас и видит. Доктор. Который разрезает нас на операционном столе. Окей, манекены живые. А. Она опасна мне? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон она. Это тоже мне напоминает зловещих мертвецов. Уа! Уа! Мама! Нет! Она как фейсхаггер прям. Ладно, мы можем от него уворачиваться. И надо это аккуратно делать. Тя, нет. Да блин! Фонарик мой! Стоп, а может быть мы можем подкат сделать? Типа бежим такие, подкат, да? Подкат! Херня! Не получилось подкат. Ладно. Хорошо, что мы вот здесь это сделали. Так. Смотрите, как она стоит. Оп. Дай. Шанс. Убирайся. У! Проворная мразь. Наверх. Она может. Она, блин, может. У-у-у, беги, 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 она тоже может! Она может! Быстрей! Это не конец.
Я думал, будет какой-то доктор, а здесь рука прям. А, нет. Вентиляционный, за мной бежит. Хищная рука. Нет. Давай, 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 давай. Ну, они меня, блин, удивили. Молодцы. Так, что это? Предохранитель. Ой, здесь она не одна. Давайте в сторону. В сторону. Давай. Пожалуйста. Есть. Еще раз. Еще раз. Забить ее. Мы можем ее бить два раза. Бей второй раз. И третий раз. Нет. Это так прикольно. Давай, мерзавка. На. Давай. Разок, ударчик, хорошо. Откуда? Сейчас у нас слева, да? А, нет, опять. А. Нет. Да чтоб тебя. Можно дождаться ее прыжка, в сторону откинуться, а потом убить ее. Давай. Есть. Давай! Есть! Да, вот можно такое делать, давать прыжок. Блин, это прикольно, что в этой игре даже не нужно объяснять как-то монстров. Они просто есть. Стадохни. Нате. Да. Не факт, что она дохлая, не факт, что она одна была. Ой, не разбить. А этот ящик можно отодвинуть? Ага, кувалдой. О, было бы сейчас стрёмно, если бы этой руки уже здесь не было. Слышите? А, это ты! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты с ума сошла? Брось! Пошли! Ладно, и с левой стороны мы найдем второй предохранитель. Давайте вставим его. Ух. И я думаю, на этом мы с вами закончим этот выпуск и продолжим в следующий раз очень скоро. Оставайтесь со мной. Если вам нравится эта игра, ставьте лайк, пишите комментарии. Пишите о том, что вас пугает очень сильно. Самый ваш просто самый стрёмный страх, который у вас тут есть. Самый страшный мразотный страх, который только есть у вас внутри, опишите его, и мне будет интересно почитать. Огромное всем спасибо, не забывайте про все мои соцсети, ссылка будет в описании, также плейлисты с другими прохождениями будут в описании. С вами был Юджин, и всем пять!